Приветствую вас. И начать свой ответ я бы хотел с того, чтобы заметить. Девушка не будет уходить просто так, неожиданно, другому мужчине. Дело в том, что девушки очень реально относятся к стабильности, к определенности, к надежности и так далее. Если только девушка вас откровенно не использовала, если только девушка вас вами, точнее, откровенно не манипулировала в отношениях, если вы можете сказать по возможности с уверенностью, что она, ну, условно говоря, думала о вас и заботилась о вас и делала какие-то вещи, связанные с, ну, с тем, чтобы вам было хорошо и так далее, вот, то причина у ее ухода однозначно есть. И чтобы посмотреть на эту причину, ну, на возможную причину, да, нужно всего лишь навсего посмотреть, кому она ушла. То есть, что представляет из себя человек, которому она ушла. И вот, увидев этого человека, ну или хотя бы примерно определив, что это за человек, да, там, ну, посмотрев на него там, и так далее, вы ответите себе на вопрос, чего девушке не хватало от, собственно говоря, чего девушке не хватало от вас. Какого поведения девушке не хватало от вас. И это послужит вам своего рода вектором, своего рода направлением, которое вы сможете использовать для того, чтобы корректировать свое поведение, например, и в следующий раз уже таких ошибок не допускать. И вместе с этим, вы сможете дать девушке то, что она хочет, то есть, ну, если вы хотите ее вернуть, то, соответственно, выждать, может быть, какое-то время небольшое. И после этого ей, значит, ну, может быть, написать, может быть, как-то дать о себе знать, предложить, возможно, быть друзьями. Вот такая история может быть, если, конечно, есть у вас
ну, потребность в этом, если вы готовы это сделать. И, соответственно, уже вот исходя из всех этих вещей, вы сможете девушку вернуть при условии, что она сама этого хочет. И при условии, что у нее есть к вам чувство, потому что чувств у нее, ну, может, в принципе, и не быть к вам. И если у нее чувств нет к вам, то вряд ли вы сами способны будете в этой ситуации что-либо сделать. То есть данный аспект необходимо вот именно так постараться понять для себя. Вот. Далее, следует также понимать, что тот факт, что девушка, ну, ушла к другому, совершенно не означает, что с другим она хочет быть. Просто он, возможно, лучше вас на данный момент, по ее мнению. По ее мнению, на данный момент он лучше, чем вы. Вот. То есть это необходимо также учитывать. И ни в коем случае не считать, что она ушла к вам, ушла от вас, то есть на совсем. Это, безусловно, ни в коем случае не так. И, соответственно, последний аспект, о котором я хочу вам сказать, заключается в том, для чего вы хотите девушку вернуть. То есть именно вы, для чего этого хотите? Именно вам зачем нужно это? Насколько в этот момент, когда вы хотите вернуть девушку, насколько в этот момент вы думаете о ней? И насколько в этот момент вы думаете о себе? И если вы думаете о себе, то в каком контексте? То есть нет ничего плохого, чтобы думать о себе, но о себе нужно думать так, чтобы это приносило пользу, чтобы из-за этого, условно говоря, не страдали другие люди. И чтобы из-за этого, грубо говоря, не несли ответственность другие люди. Потому что, например, если вам чего-то хочется, а вы считаете, что девушка должна нести за это ответственность, то соответственно, ситуация будет довольно плачевной, потому что рано или поздно девушка
этот момент выявит и либо не захочет нести ответственность, либо там будет что-то еще. В любом случае, хорошего в этом будет очень для вас мало. То есть, если вы хотите развернуть полномасштабную деятельность по возвращению девушки, то первое, что нужно сделать в обязательном порядке, это спросить себя, а для чего мне это нужно, зачем я этого хочу. Вот. То есть ведь возвращают, как правило, именно возвращают, да, ну, довольно насильно. Ну, это если говорить в общем. Но вы же, наверное, хотели бы, чтобы девушка с вами была счастлива, чтобы пребывание с вами приносило ей удовольствие, наслаждение. Вот. И если вы этого хотите, то, соответственно, я думаю, что для этого необходимо что-то сделать. Для этого необходимо предпринять какие-то действия, в том числе по определению своих собственных мотивов. То есть, если, грубо говоря, девушка с вами была несчастлива, то, может быть, даже хорошо, что она ушла. Если девушка была с вами счастлива, по вашему мнению, то, может быть, в какой-то момент что-то перестало ее удовлетворять, и прежде чем думать о ее возвращении, может быть, имеет смысл подумать, а что именно перестало ее удовлетворять. Что именно могло заставить ее уйти. И без этого понимания вам вряд ли имеет смысл ее возвращать. А сложность в том, что она вам сейчас не скажет, что ее не устраивало. А сложность в том, что она вам не будет говорить об этом. И вся сложность в том, что вам нужно как бы догадаться самому. Это сложно, это не всегда лежит на поверхности. К сожалению, и именно потому, что это не всегда лежит на поверхности, именно по этой причине вполне возможно, что вам было бы хорошо поработать с психологом именно по этому вот направлению, то есть проанализировать отношения ваши с девушкой и постараться увидеть, что же там все-таки было такого негативного именно для нее. И подкорректировать свое поведение, и показать ей, что вы, ну, как-то поменялись, изменились и так далее. Понимаете? И вот в этом случае все шансы вернуть девушку у вас будут при условии, что у нее чувство к вам тоже есть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!